Я вроде все успела сделать. Дом убраться, выкинуть старый хлам из дома. И здоровье поправить к Новому году. Прежде всего, нужно отдать все долги. Извиниться друг перед другом, простить и полюбить. Я думаю, надо попросить все прощения, кого ты обидел. Обязательно простить всех, кого тебя обидели, возможно. Я думаю, это главное. Долги отдать. Собрать на стол успеть. Каждый, что хочет, тот и сделает. Кому что нужно, тот и сделает. Ну, оплатить кредит, наверное. Ой, очень много надо сделать. Кредит заплатить надо в самую первую очередь. Потом купить подарки, деньги получить. Закончить предыдущие дела, которые были в 2014 году задачей. Заработать денег, наверное, скорее всего. Ой, мне бы здоровье поправить. Я бабушка-пенсионерка, сейчас прибавили бы. Вот это, и вам желаю этого же. Вот у меня нужно сессию до конца закрыть. Нужно долги отдать. Ой, закончить все важные дела, раздать долги и встретить Новый год. В уходящем году, ну, я думаю, что необходимо позаботиться о здоровье, если есть такая возможность. Ну и успеть поздравить своих близких. Ха-ха, рассчитаться с долгами.